Наталья Рудова призвала своих поклонников к решительным действиям. Объектом атаки актрисы стал Андрей Малахов и его шоу «Прямой эфир». Сегодня блондинка начала работу над своим реалити-шоу «Место под солнцем». Рудова стала ведущей этого проекта канала Муз-ТВ, стартовавшего на Бали. По словам Натальи, участников съемок на райском острове ждет море соблазнов. Телеведущая снялась на пляже в белом и черном откровенных топах. Секс-бомба пила шампанское за успешное начало проекта. Она похвасталась, что будет работать 40 дней без выходных. Рудова утверждает, что мыслями пока остается в Москве. Наталья объявила войну конкуренту, который ее обидел. Она призвала фанатов поддержать ее. Помните, не телевидение управляет нами, а мы люди им. Если все дружно поставят дизлайки, пожалуются в Ютубе или просто перестанут смотреть шлак, который нам впаривает телевидение. В данном случае, прямой эфир с Малаховым на канале «Россия-1», они просто закроются, написала Рудова в Instagram Stories. Звезда фильма «Женщины против мужчин» заявила, что оплачивают этот шлак рекламодатели, а рейтинг программы делают телезрители. Наталья попросила своих поклонников перестать смотреть шоу Малахова. Темой выпуска программы Андрея Малахова стали известные эскортницы. В числе прочих имен были упомянуты и многие представительницы шоу-бизнеса. Это их возмутило.